Передача Еременко. Пас и спасает Галимов. Ответный выход 1-1 уже в исполнении магнитогорцев. Энрат. Да, Шор не забил, Мазякин не забил. Алексионов! Алексионов забил! 3-2! Вот это развязка овертайма за 14 секунд до конца. Отбил эту шайбу, и Мазякин сделал пас. Объехали здесь уже и Шора. Объехали и его партнера Мартынова. И шайба в сетке ворот. Локтионов. Третья заброшенная шайба в этом сезоне. И 6 набранных очков. И кто бы что ни говорил про Сергея Мазякина.